Германия не признает российские выборы в Крыму и осудила голосование Вордла. Правительство Германии не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма. Берлин также осудил голосование Вордла, назвав его нарушением международного права. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Ульрики Демер. Она отметила, что оккупация Крыма Россией является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не признана Германией. Из этого следует то, что мы не признаем проведение выборов в Крыму, добавила Демер в ходе брифинга. Представитель немецкого правительства назвала нарушением международного права голосования на выборах в Госдуму РФ жителями Ордла. Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.